Представляю вам бизнесмена и филантропа, моего друга, названного торговой палатой Портленда Человеком Года, мистер Эрл Брукс. Успешный бизнесмен. Знаешь, и все же вечеринка удалась. Прекрасный семьянин. Итак, все уже готово. Может ли он позволить себе маленькую слабость? Необычное хобби. Обычно все более романтично. Любимое занятие, чтобы душу отвести. Я хочу, чтобы вы взяли меня на следующее убийство. Сделайте это. Сделайте. Не надо. Не нужно кричать. Кто вы, мистер Брукс? Смотрите 26 марта на канале НСТ.